космодрома во французской Гвиане успешно стартовала ракетоноситель с украинским двигателем. Она вывела на орбиту спутник Sentinel-2B. Четвертая ступень ее двигателя разработана и изготовлена в Украине. Запуск состоялся в рамках проекта Европейского космического агентства. Его цель – фотографировать береговую зону континентов и следить за изменениями климата на нашей планете. Также с помощью собранной спутником информации будут создавать карты. Спутник имеет уникальную камеру, которая делает качественные снимки в инфракрасном свете. Полную карту Земли он может сделать за 5 дней. Президент поздравил украинских ракетостроителей с участием в успешном и значимом проекте.